Братский сибиряк вновь потерпел поражение в контрольных матчах во время предсезонных сборов. Напомним, сейчас наша футбольная дружина находится в Анапе, где проводит подготовку к чемпионату России в зоне Восток 2-го дивизиона. В 4-м контрольном матче против сибиряка вышел клуб «Металлург» из города Выкса. Команда выступает в зоне «Центр» того же 2-го дивизиона. Матч завершился победой «Металлургов» со счетом 2-1. У сибиряка отличился новичок команды, нападающий Вячеслав Нурмагомбетов. Напомним, что с предсезонных сборов наша команда вернется 19 апреля и практически сразу отправится на выездные игры чемпионата России.